Всем привет! В этом видео я покажу, как загрузить видео ВКонтакте. Ну а перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Давайте же перейдем в профиль ВКонтакте. Далее в левом меню заходим в видео. И в правом углу есть кнопочка «Добавить видео». Давайте же выберем файл с компьютера. Также можно добавить видео с другого сайта. То есть просто вводим ссылочку и видео автоматически загрузится. Так, мы же загрузим с компьютера. Итак, наше видео обработано и загружено, здесь отображается ссылка на видео, ее можно скопировать, отправить другу или запостить на стену. Также здесь меняем название видео, пишем описание. Здесь можно выбрать настройки, опубликовать на стене или зацикливать воспроизведение видео. Можно настроить приватность, то есть кто может смотреть видео и кто может комментировать. Также можно добавить субтитры. После всех настроек завершаем редактирование. Давайте перейдем в мои видео и как видим, что видео опубликовано и доступно для просмотра. На этом все. Если информация была для вас полезна, напишите любой комментарий под этим видео.